Сразу в Юру убираем приглашение в группу. Я не. Так может затянуть мечты как-то, не? Да они сейчас задроты, лучше вдвоем. Не, лучше вдвоем, просто может она моя будущая жена была. Ты меня просто разрушил уже жизнь. Терпильная вечеринка продолжается. Вот опять началось из этого, мне опять страшно стало. О, микрофон спал. Или что это еще? Капсула, калороняние. Зачем ты раздеваешься? Ну, чтоб тебя трахать. Не смешно, да? А мне смешно было. Давай сейчас посрёмся. Я вообще не понимаю. Да, я тоже. Блядь! Чё там? Ты чё? Блядь! О! Это же этот... Горбатый, могу по нему стрелять, я не могу его убить, что за фигня? Да ты дура! Опа! А! Тут какой-то мужик за мной бежит, слышишь? А! Почему ты закрыл? Это не я! А, это не ты? Выйдет. О! Блять, меня снова кто-то, кто меня тут? Ёпта. Голожопы какой-то. Взорвал? Подожди, вот это, помоги! Я лоу хп, все, короче, конец меня. Короче, если ты лоу хп, то ты можешь залезть в бочку и там схилиться. Все. Ты где? В бочке? Я ниже не делал. Я умер. В смысле, ты умер? Вот я умер. Я реально умер. Сергей, я реально умер. Ну, ты, короче... За мной! Слышишь? Бля. Вот сейчас я жестко прям обосрался. Ой. Так что маленько. Я предупреждали. Не, здесь этот горбатый спидистик. Бля, я не вижу ничего. О! Все, я умер. Да ты как? Да блин, а у меня психоз начался. Ты псих вообще. Ну с тобой это хорошо не сваришь, так скажу. С тобой только парашу сваришь.